почему игра в испорченный телефон стала нашей реальностью. Один человек другому передает информацию, другой как-то интерпретирует и отвечает. Там и так искажений много. То есть это не значит, что там соврали. Просто так поняли. Надо ли сомневаться в своей правоте? Как только мы начинаем сомневаться в том, что мы говорим, то, как ни странно, мы к истине приближаемся. Что приходится переживать лжецу? Если человек намеренно, совестливый человек, намеренно что-то искажает вот так, то, конечно, тут кара неминуема. Можно ли скрыть свой обман? Недосказанность возможна, но лгать не надо, потому что она просочится, лошадь, обязательно. В гостях программы «Разговор по душам» психолог Елена Яшина. Новый выпуск во вторник, 2 апреля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».